Я представляю вам гостя нашої передачі, міського голову Геннадія Михайловича Мінаєва. Добрий день, Геннадій Михайлович. Добрий день. Ну і нашим глядачам я хочу сказати, що ми сьогодні готуємо фірмінний рецепт фірмінної страви від міського голови Геннадія Михайловича Мінаєва. Когда я получил ваше приглашение на эту передачу, я так понимаю, я открываю этот цикл передач. Абсолютно правильно. Знаете, мастер Брамс стулом открывает серию. Да, вот. И я, как отважный, безумный политик, открываю эту передачу с названием «Политичная кухня». Да, ну, кухня есть, а политика приложится. Поговорим. Да, политика приложится. Я судорожно начал перебирать в своем мозгу, а что я умею. Вот. И, к сожалению, оказалось не такой широкий выбор блюд, которые я могу приготовить. Но передач на 5-7 хватит. Хватит. Ну, отлично. Вот. И для первой передачи я, безусловно, выбрал то блюдо, которое я люблю. Это мое любимое блюдо, и сумчане об этом знают. Я неоднократно это говорил в своем интервью. Селедка под шубой – это мое любимое блюдо, которое я сегодня постараюсь приготовить. Впервые? Нет. Я готовил это блюдо, и, если честно сказать, то давно, самостоятельно, от начала до конца, но в нашей семье есть непреложное правило. Если шуба... И вообще... Если шуба вкусная, то ее готовила жена, да? Нет, шуба вкусная всегда готовит жена. Вот. Дело в том, что я готовлю ингредиенты. Самое главное я умею, и, наверное, навыки мои еще не позабыты и по приготовлению всего блюда, поэтому я сегодня постараюсь. Мы два мужчины, вот, что там мы готовим, посмотрим, вот, поэтому Настя нас будет... Направлять. У нас на блюде, да, что есть? Картошечка, лук и буряк. По вашей просьбе морковки нет. Так исторически сложилось, что морковка в нашем семейном блюде селедка под шубой отсутствует. Не люблю я селедку с морковкой. А в вашем детстве тоже мама готовила по такому рецепту или вообще не принято? Вы знаете, первый раз селедку под шубой я попробовал уже, учась в институте в 80-м году, потому что у нас в деревне, где я рос, все было как-то попроще и без всяких... То же самое, Геннадий Михайлович. Без всяких изысков. То же самое. Борщ, картошка, котлеты. Кисель. Да, кисель, да, молоко, простокваша. Вот, когда-никогда макароны. По-флотски. Ну да, типа такого. Ну, с местом. Вот, поэтому такие блюда, как оливье, как, так сказать, селедка под шубой и прочие, так сказать, вот эти блюда, которым мы привыкли, все городские жители, в деревне такого не было. Картошка должна быть тщательно вымыта. И я вижу, что это сделано. Сделано. Я вижу, что это сделано. Вы лишили удовольствия меня помыть картошку. Мы ускоряем процесс. Так, буряк. Вот тут я должен вашим заготовителям поставить неудовлетворительную оценку. А что буряк не так? Буряк для шубы должен быть круглый. Вот как кулак. Лук достоин. Лук достоин. Достоин. То есть политических ассоциаций с луком у нас никаких нет. Никаких нет. Поэтому лук хорош. Лук хорош. Поэтому для начала мы все берем. Кастрюля, вода. Так. Закладывайте, я наливаю. Так, в большую кастрюлю мы кладем картошку. Так, я вам помогу. Так, значит, это вам. Я на подсобных работах. Вода должна быть покрывать картофель запасом палец. Так, зато прекрасно подошел буряк для этой кастрюльки, потому что он четко друг на друга не накладывается. Да. Солить нужно это все или как? В принципе, все зависит от сельди. Если сельдь сильно соленая, то можно не солить. Но я бы все-таки чуть-чуть посолил. Угу. Чуть-чуть. Давайте. Так, если туда перчик еще попадет, ничего? Ну, перчик
Ну, это из политики уже. Да. Перчик нежелательный. Да, вот тут мы это чуть-чуть солим. Если майонез не домашний, то всегда мы покупаем традиционный провансаль 72%. Именно это, он. Да, без всяких вот этих европейских, там, немецких, потому что сразу... Совершенно другое. Совершенно другое, поэтому майонез должен быть наш, на 72. А чем еще жена вас балует? Вот на празднике на столе, что у Минаевых? Вы знаете, вот моя супруга умеет готовить все. И рыбу, и мясо, и борщ, и суп, и голубцы. Особенно у нее хорошо получаются голубцы, ну просто великолепно, и я не потому что это моя супруга, а потому что действительно так. Если хорошо, чужие. Да. Даже если бы не ваша супруга, но хорошо, об этом надо говорить, что она готовит хорошо. Да, поэтому немножко, так сказать, последний, в связи с моей комплекцией, так сказать, уклон у нас сделан больше на рыбные блюда. С другой стороны, у нее очень хорошо получаются вот такие вещи, как там деруны. Она научила меня, кстати, деруны. Когда в субботу утром я просыпаюсь, то она уходит на тренировку, я могу себе, так сказать, быстро... Когда никто не контролирует. Да, это сделать. Так вы сами делаете, сами трете? По-разному бывает, но в основном, конечно, все уже в холодильнике. Ага, и, ну тогда и понятно. Вот, у нас уже закипает. Это хорошо. А вы вообще привередливый в пище? Вы знаете, нет. То, что дадут. Как любой ребенок, выросший в селе, в деревне, мы к пище не привередливы. Все понятно. Потому что... Сан Саныч, сказали, суп, котлета, кисель. Да, в принципе, да. Потому что в свое время было не до выборов. И, в смысле, да. До выборов это политически. Не до выборов. Не до выборов. Поэтому... Ну, а в хорошем ресторане любите покушать? Вот приезжайте вы за границу, не, вот жена говорит, не буду готовить, все, отдыхаю я, никаких голубцов. Приходится, мучаетесь? Почему мучаемся? В хорошем ресторане, например, в Германии или в Австрии, есть свои прелести. И свои... По национальным блюдам, да, так пробегаете? Да, есть свои вещи, которые, собственно, у нас и не готовятся. Это, например, рулька с... с пивом. Мимо не пройдешь. Да, это есть немецкий городок рядом с нашим городом побратим, Зальтау называется. Там есть великолепная пивоварня, вот, и они там готовят просто умопомрачительную рульку. Если у нас два буряка, то нам хватит одну. Может, две? Нет. Если два это буряка, перебор будет по вкусу уже, да? Да. Если все два тогда. Буряка, четыре картошки, угу. Лук должен быть один. Разрезаю лук напополам. Угу. Вот. Вырезаете лук... сердцевину? Не. Лук должен быть, и все, должно быть достаточно мелко. И если картошка и буряк у нас пойдут под терку, то лук надо... А селедка получается тоже мелко? И, селедка мелко. Я не люблю крупно порезанную селедку. Хорошо, о, у меня уже удобно. У меня уже. Вот, пошли, чтобы вам было удобно. Да. У меня уже пошли небольшие слезки. Картошка. Так, у нас уже закипает картошечка. Да. Вот так. Так, сейчас давай я сделаю меньше. Так, буряк. Вот. Тоже уже краснеет. Настюш, вот смотри, вот здесь это делается меньше вот так. Угу. Поэтому я его, наверное, да. Теперь мы это делаем перпендикулярно нашему. Ну вот я сделал на 5, то есть на 6. Ага, я тоже. Все. Так, ну, я думаю, что теперь нормально. Потыкать. Ну, не надо, чтобы оно сильно кипело. Ну, чуть-чуть, нормально, да? Все, оно сейчас уйдет, да. Значит, перпендикулярно. Угу. И надо хранить форму полусферы. Вот почему да я вы эстет! Больше ножом, все больше ножом. Быть. Да, вот так. Профессионализм не пропьешь? Или конечно, как там? Конечно. А, да, вот так. Да, умение не пробьешь, да, все правильно. Поэтому оно ж остается вот так. А как часто вы вообще готовите на кухне, Геннадий Николаевич? Правду говорить? Да. Или как политик? Не, правда, лучше правду.
Очень редко. Очень редко. Очень редко. Но нравится этот процесс вообще? Ну, нет. Понял. Зато у меня есть один процесс, который действительно уже приносит удовольствие. Именно что? Заваривание кофе, наверное. Нет, нет, вы никогда не угадаете, что это властиво украинской мови тільки мені. И что это? Вот, это мыть посуду. Сейчас многие скажут, как повезло вашей жене, женщине. Сын был маленький. И приходилось для того, чтобы мыть посуду, греть воду, и летом, ну, в основном. Вот. И супруга занималась то ребенком, то другими вопросами. Стирки, глажки, да, как это все? Да, стирки, глажки и так далее. И так повелось, что вот мыть посуду доставалось мне. Я люблю ходить на рынок. Свой мацион есть и на рынке, то есть обход, то есть запрограммированный маршрут с зеленью, с творогом, с мясом. Ну, все, все. У своих людей, так сказать, да. И людей уже, которые вы знаете. Да, или, скажем, там Буженина Балык, там тоже меня знают еще не как мэра, поэтому традиции своих мы... А вы к такой публичности уже привыкли? Или еще раздражает? Тут же уже не дать, не взять. Мирский голова, он обязан привыкнуть или, так сказать... Ну, это как одна из обязанностей его уже действительно, как мирского да, головы. Публичный политик на такой должности, он прозрачен во всех действиях. Единственное, что многие люди, они привыкли еще с советских времен, что мэр может все. И вот те люди, которые помнят, что мэр или предисполкома может все, по инерции задают вопросы любого характера. И вот тут уже приходится иногда краснеть, иногда объяснять, иногда говорить, что не мои это полномочия. Вот сейчас... Вы как мэры, например, все мэры там городов, вы собираетесь, ассоциация мэров, вы как-то можете повлиять на этот процесс? Вы знаете, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Ну, как мы поется в известной песне Владимира Семеновича. Владимира Семеновича Высоцкого. Дело в том, что... По большому счету спасет только вхождение Украины в Европейский Союз и принятие тех законов, которые действуют на территории Европейского Союза. То есть я имею в виду в первую очередь хартию промисевого самоврядования. То есть новость от президента вы восприняли с радостью, да? Я не спал целую ночь. Геннадий Михайлович, а вы что, считаете, что если мы войдем в Европейский Союз, то у нас мы должны будем... И мы перекинем на себя все их законы? Мы будем вынуждены это сделать, адаптировать наше законодательство под стандарты Евросоюза. Но вы родились в России, и получается Белгород, родной город, вы все время восхищаетесь и городом, и людьми, и красотой, и чистотой, и получается все равно ЕС ближе, чем таможенный союз. И русский. Да? Вы знаете, Платон... Кем вы себя чувствуете? Платон не друг, но истина дороже, да? Поэтому можно сказать следующее. Я чувствую себя украинцем. Ну, хотя я розмовляю здебільша російською мовою, але ж... Ну, це не порог. Да, середовище російськомовне, там інші чинники, але все ж таки всі, хто вважає себе українцем, вони повинні двигатися у Европейский Союз. Я не завидую Виктору Федоровичу и не хотел бы оказаться на его месте. Ну, в любых смыслах не хотел бы оказаться на его месте, потому что страшная, титаническая ответственность лежит на этом человеке, на президенте Украины. И вот я наблюдал вот эти 3 года, и не хотел бы еще оценивать и подводить итоги его движения. Помните, Харьковские угоды, договоренности с Россией по газу, скидка там и так далее. Потом видел, как Путин игнорировал нашего президента. Это же было, ну, это мы все видели. Это же было открыто. Он, наверное, внутренне сильно переживал, но принял решение такое.
оно действительно, с моей точки зрения, правильно. Не может братский народ продавать нам газ по $530 минус скидка 100-430 на границе, а Европе 360. То есть сейчас лозунги оппозиции вам не близки, да? Или они вообще никогда? Оппозиции какой, простите? Ну, наша украинская оппозиция. У нас есть украинская оппозиция? Не знаю, но я, если бы не знал вас, я подумал, что вы вступили в партию регионов. Вы сейчас вот так за президента, вот серьезно. Хотя я понимаю, что в принципе... Я не за партию регионов, я за президента. Раз вы идете на дебаты с оппозицией, значит, она есть? Я не иду, меня вызывают. Но вы же приходите. Вот. Ну, оппозицию, если рассматривать всеукраинскую или местную оппозицию, можно запутаться во всех этих оппозициях. Да, на самом деле оппозиция у нас очень странная. Вот она состоит из множества колонн. Наиболее понятная оппозиция – это «Свобода радикальная». Вот здесь мне понятно, да? Оппозиция «Удар» и «Батьковщина» – вот эти колонны в своих действиях, в своих посылах, вот в своем векторе, в своем, мне непонятны. Оппозиция ставит целью сменить власть. То есть злочинная влада сегодня, злочинная влада, ее надо прибрать. Мы хотим стать очередной злочинной владой. Вот такая у нас оппозиция. Короче, Хартоша готова. Теперь ее надо слить до, чтобы не осталось самолично. Отлично. Все. Бурячок тоже. Давайте. Мы можем сливать. Картошку мы чистим исключительно рукой. Я не чувствую вот давление, знаете, вот мощной оппозиции. Вот у меня в предыдущей каденции, вот там была оппозиция. Это когда Батьковщина и наша Украина сошлась вместе и начали меня толчонку из меня делать. Вот там была оппозиция. Но опять же, то есть вам в этот раз повезло больше? Не конструктивно, нет. Не повезло. Нет, ну это ж просто ради того, более лояльный корпус депутатский. Нет. Просто я стал. Или приходится. Просто я хотел сказать, вы уже что же теперь? Немножко. Помнишь крапелька? Да, немножко я, как это Леонид Данилович говорил, немножко мудрее. И если раньше я в отношении депутатов был категоричен, да, то сейчас я стараюсь находить общий язык со всеми депутатами. Они как дети, с ними надо работать, с ними надо разговаривать. Ну, вы пряником. Ну, кнутом я в отношении депутатов не могу, я могу как только... Как и в отношении детей, да? Да, я могу только пряником, и то, если он у меня есть. Картошку мы почистили. Так. Значит, селедку оставим на потом. А когда после оранжевой революции вы, в принципе, на волне оппозиции пришли к власти, да? Вы знали, с чем вы идете к городу? Да. Что вы будете обещать, что вы будете делать? Да, и мои тезисы, они как были, так и остались. И, ну, разные бывают, так сказать, ситуации, которые можно интерпретировать. Но основной тезис тогда был, и действительно, на волне. Ну, опять же, если вернуться в 2006 год, там не совсем на волне оппозиции, потому что в момент моих первых выборов городом руководил Сергей Владимирович Клочко, да. И он был тоже из оппозиции. Исполняющий, да, ну, да. Секретарь. Если брать за власть Щербаня Мельченко, то Клочко был оппозиционер, поэтому... Там не совсем я из оппозиции, я и сбоку тогда зашел. Зашел и как остался. Со служебного входа. Я зашел сбоку, вот. Но с вполне понятными. Меня же тогда, вы понимаете, мы тогда провели уникальную избирательную кампанию, да. Потому что по нашим внутренним рейтингам, которые мы никогда не публиковали, но я уже... спустя много лет раскрываю секрет, в ноябре 2005 года мой рейтинг в городе составлял 5%.
То есть это уже на волне ночного дозора и так далее. Не густо. Да, а у Клочко был 27. То есть за ноябрь месяц, за 5 месяцев до выборов у нас было 27 у Клочко. Ну, его знали, он выконучий обязанности. Ну, конечно, сколько лет. Да, и 5 у меня. А 31 марта, вернее, там, я уже забыл, 26 марта, на выборы, по-моему, на 2006 года, все зеркально перевернулось. Получил я эти проценты авансом перед, от избирателей тогда, в 2006 году, потому что я так сказать, свою избирательную программу, ну не только я, а у меня были хорошие помощники, скомпоновали на одну страничку 7 принципов Геннадия Минаева. Сейчас они те же? Покажите, нет, так возвращаясь к объединенной оппозиции, покажите эти принципы, эти 7, там, 10, 12 постулатов, с которыми вы будете работать после того, прошли. Вот. Конечно же, жизнь не стоит на месте, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что принципы не изменились. Изменилась ситуация, в которых реализуются эти принципы. Поэтому, когда там некоторые оппозиционеры, так называемые сумские, начинают рассказывать по телевизору, ну не на вашем канале пока, наверное, о том, что Минаев украл ТЭЦ. Вот. Даже такое есть? Да, есть такое. Есть у нас один оппозиционер, который рассказывает, что Минаев украл ТЭЦ. На самом деле, если говорить об этой ТЭЦ, кстати, великолепно почистился буряк. Да. То, сам себя вот, не похвалишь. Да. Значит, мы вот это все да, сюда, красивенько, это сейчас мы уберем так, это. Меня. И теперь у нас самое главное. Я хочу посмотреть, это, иду. Геннадий Михайлович, да. Вот то любимое ваше дело, а именно почистить селедку. Ну, говорят, что есть такие методы, когда селедку можно без ножа чистить, но я так не умею. Я буду с ножом. Я приготовлю. Да, на бумаге. Бумагу. На бумаге. Дома я это делаю на газете. Дома я делаю именно на газете. То есть, ну, мы так культурно, да. Чтобы была бумага. Да. Так, даю вам селедочку. Селедочка красавица. Так, я уже тоже приобщился к делу. Нож, кстати, у вас... Что, не совсем наточен? Наточенный так, до такой степени, что я его вот мыл и немножко порезался. Так. Ну, это немножко. Мы использовали уникальный шанс совместить наши желания и желания инвестора. И когда я уже буду... совсем дряхлым дедушкой, я буду лежать возле батареи. Это будет последний срок мэра мой, да? Возле теплой батареи. Возле теплой батареи. И радоваться тому, что у нас... Геннадий Михайлович, давайте я вам... Производственная травма. Производственная травма. А я уже буквально залечил. Мы его все равно вот так. Вот видите. Так. И сейчас мы скажем... Только ж руку не отрежет. Не. И так скажут, это мы тут поработали против мэра. Да, нож сюда. Кровь пустили. Вот. И тогда не все те решения, которые сегодня выглядят, так сказать, однозначными или наоборот неоднозначными, они воспринимаются адекватно. Вот у политиков и у хозяйственников, чем, так сказать, дальше видение вперед, тем он ценнее для общества. Вот как Михаил Афанасьевич Лужба, да? И я обязан смотреть вперед. И я обязан смотреть вперед, чтобы тепло в нашем городе было через 10, через 20 лет. Оно же не может появиться мгновенно. Конечно. Раз только, и все. Надо Конечно. Думать и принимать решения. То есть... Вот. Давайте в процессе, да. Геннадий Михайлович. Итак, в процессе. Да. Итак. Селедка правильных размеров. Ну да, и цвета, я думаю. Да.
И по вкусовым качествам. Как я ее разделываю? Да, значит, я не знаю, правильно это или неправильно. Наверное, многие хозяйки сейчас будут смеяться. Но я не знаю. Это моя святая обязанность дома. Вот, и жене все равно, как я из этой... Лишь бы не она. Из этой селедки правильно. Достану филе, да? Вот. Как и нам, честно говоря. Я отрезаю голову сразу. Она мне мешает. Затем я вот так ножичком вот так делаю. Вот так пузико, вот так раскрываю. О, икорка, нам повезло, да? Видите, я ее даже и не порушил. Отлично. Вот так мы. А икорка должна быть хорошая. Хорошая. Смотрите, я ее вот так вынимаю. Это одна половинка. Ага. Видите, как я разрезал, что не задел ни одну, ни другую половину. Ну, мастерство, да. Не пропьешь, да. Вот. Настя, ты тоже так делаешь? Тебе там нет, я предпочитаю филе, готовое в магазине. А, вот, Геннадий Михайлович, слышишь, молодежь. Да. Вот она предпочитает с готовое. С такими в Европу не придешь. Таким надо уезжать самим, да? Да. До сих пор слушаете критику по поводу этой фразы? Да, до сих пор слушаю. Ну, что ж, я выразил то настроение, которое было на тот момент. И оно, вот если б я знал, что президент скажет, мы идем в Европу. Я бы такого не сказал. Да? А кто не сгоден двери там, я бы такого не сказал. Вот это самый главный момент, ради которого я пришел. Да. Вот так. Мы выбираем. Все. Дальше мы берем ее напополам, и вот это так. Это уже простенько делается, и да? И вот так. Она отделяется нормально. Да. Давайте я косточки буду выдергивать. Да. Вот у меня очки даже есть. Да, Сан Саныч. Специально для мелких. Тут немного осталось. Да. Вот. Мелкими кусочками? Мелкими кусочками. Вот кусочки селедки должны быть такие же, как кусочки лука. А, понятно. Не больше. Хорошая селедка, она хорошо почистилась и хорошо что режется. Такое? А пахнет как? Так я говорю, что уже селедка в шубе пахнет мне. Да. Берем половину селедки и выкладываем сюда. Ровным. Ложечку дайте. Ровным. Конечно. Надо. Вот да, так. Ложку надо. Вот так. Правда, я как-то досточку держу не той стороной. Ну, бывает, ничего страшного. Чтобы хозяйки меня простят. Ну, мужчины же должны что-то не так делать для кухни. Да. Вот, и ровным слоем. Ну, у нас будет невысокое блюдо. Ну, не в смысле невысокая кухня. Кухня у нас сегодня высокая. Высочайшая технология. Да. Лучок-с. Лучок-с. Ну, лучка тут много получилось. Ну, тут капельки. О, все. Так, над тарелкой. Картошку. По всему кругу, можно по часовой, можно против часовой, без разницы. Вот здесь должно быть плотное красное полотнище. Ну, не так, как на ударе. Значит, у них не плотное и не красное. И не как у коммунистов. Да классно тут, классно. Вот, сейчас я еще... Ложкой можно подправить. Да. Настёж, чтобы огрехи. Была эстетика. Я же не знаю, может так задумать. Да, вот так. Вот. И теперь мы берем майонезик. Помогайте мне. Значит, такой же слой майонеза, но тоненько, только чтобы не сбивать слои. Да. Еще раз повторяем то же самое. Я это блюдо делаю строго в два слоя. Угу. То есть первый слой, вот, Настя, отлично. Теперь мы все это повторяем. Кстати, я не пробовал вот это блюдо в два слоя. Так что если... Некоторые даже в четыре делают. Нет, ну, серьезно, да? Не. Я вот, если что, значит, все буду знать. Вот. А в сумах у меня было и есть... Тогда это уберем, да? Да. В сумах у меня было и есть два наставника. И об этом многие люди знают. Озвучиваете? Да. Это... Тот же мэр всех времен и народов Анатолий Дмитриевич Бондаренко. Угу. Вот так мы закрываем лучок.
я благодарен, и так судьбе случилось, что в свое время мы очень сильно ругались, когда я был молодым мэром, вот, с Анатолием Александровичем Епифановым. Вот, он даже, так сказать, принимал некоторые действия, так сказать, по моей отставке. Ну, не был осторонь, да, в 2008 году. Но в какой-то момент наш почетный гражданин города Сумы принял решение, что не нужно совершать операцию «убить Минаева», в кавычках, а нужно научить Минаева работать. И вот в 2008 году он изменил, так сказать, свое отношение ко мне. Гнев набилось. Да, и мы стали встречаться и говорить уже о городских проблемах, о видении, о решении этих городских проблем. Он человек же опытный, и конечно, был и строителем, и председателем горосполкома, и областью командовал. Вот, и, так сказать, достаточно много мне передал. И когда идет, когда идет первая рюмочка, ага, вот, можно закусить не порезанной селедкой, а вот именно икрой. А вот именно икрой, да. Ну это какая-то чисто мужская тема. Не, ну это не понять. Это у племени Тумба-Юмба есть праздничная извращуха. Значит, закусывать икрой первую рюмку водки. Очень. Ну и теперь последний штрих. Берем да, последний штрих. Петрушку. Вот так. Сейчас, немножко. Я теперь его делаю красиво. Да, петрушку. И делаем небольшой. Ну, по сути, это называется антураж. Я должен презентовать, я так понимаю, да, вот, да. Лично мной с помощником и с помощницей, да, приготовленное блюдо, мое любимое блюдо. Вот, и теперь мы, если зимой отправляем это на балкон, не меньше, чем часа на 4. А, даже так? Да. Ну, конечно. Или в холодильник. Да, оно должно постоять. Не меньше, чем часа на 4. Оно должно пропитаться. И это будет полный политический аншлюз. Шуба от Геннадия Минаева. Да, шуба от Геннадия Минаева. Ну, завтра или сегодня эта шуба, однозначно, шуба в простонародье, появится на вашей странице в социальной сети. Вы зачем туда ходите? Не может человек, который руководит, отставать от тех условий, в которых живет общество. То есть и на сегодняшний день информирование общества, то в данном случае города и так далее, оно должно быть оперативным. Это не означает, что я слежу за всем. У меня есть определенные люди, которые это делают. Помощники, да, которые следят. Но решение принимаю я, особенно если надо написать какую-либо какую-то заметку, которая будет вызовет, так сказать, определенный резонанс. Тот политик, который вне информационных технологий, он политический труп. Мы же на политической кухне. Конечно. Поэтому однозначно категорическое суждение. Тот, кто не владеет информационными технологиями не с точки зрения их построения, а с точки зрения их использования, он политический труп. Ну, по этому критерию вы, по-моему, третий мэр в стране. Ну да. Кернес вас, да, оббежал. Мой тезка из Харькова. Дело в том, что критерии там были достаточно, ну, такие, ну, как бы сказал мой друг Михаил Маркович, немножко по-дебильному написаны критерии. Сколько друзей в ВКонтакте, сколько друзей, какие публикации. На самом деле моя страница на Фейсбуке, и тут уже вне всяких сомнений, она за последние 2 года, она самая насыщенная на Украине вообще, включая народных депутатов, включая политиков, губернаторов. Вот. И весь, как говорят в Одессе, цимус в этом во всем, то, что веду я, ее я. В общем, вот, дурят нашего брата. Да, да, и неоднократно. Вот я, например, вчера написал
о том, если у нас доживем до следующего года и у нас будет все нормально с деньгами, то есть мы должны закончить реконструкцию Покровской площади и сквера Харитоненко, то, что не доделали в этом году, и перейти на Театральную площадь. А вот тут есть дилемма. Как восстанавливать фонтаны? Мы, конечно, проведем профессиональную дискуссию среди архитекторов, среди депутатов, всех, кто будет, так сказать, в этом процессе. Но мне важно, как сумчане реагируют на это. И это, конечно, не выборка, так сказать, не репрезентативная, но все-таки мнение важно. И вы знаете, мнения разделились. Мнения разделились и говорят о том, что я вот сегодня, когда к вам ехал, прочитал именно по этой ветке комментарии. Есть и за плоскостные фонтаны мнения, есть и за то, чтобы оставить эти фонтаны вот в том виде, в которой эти были чаши. И когда мы это все это у меня появляется приблизительное видение того, как думают сумчане. Согласитесь, это очень важно. Кроме того, можно опросы проводить и так далее. Но это широкое поле для любителей стирального порошка вы открываете. Ну, в семье не без быдла. Как, кстати, по этой акции, которая проходит, я всецело на стороне вот этой молодежной организации. То есть вы в меньшинстве, да? Да. Студенческое братство Сумщины, которое обратилось. Вы знаете, им удалось создать скандал. Однозначно. Все газеты сумские, все интернет-издания, все телеканалы и все вышли. Провокация. Удалась провокация. С точки зрения... Так а кто бы сомневался? Знаете, они не потратили ни копейки. Ни копейки. В принципе, да. Они отпиарили себя по полной программе. Да. И в данном случае они встряхнули. Да, встряхнули. И дали задуматься в первую очередь думающему населению. Ведь не думающее население, оно даже не обратило внимания. А думающее население, эта реклама заела. Так как же ж так? Понимаете? И вот здесь они достигли своей цели. Вот, я хочу сказать, что наш город все-таки, с моей точки зрения, развивается в правильном направлении. Сейчас трудные времена с финансами. Поверьте, как только будет подписана ассоциация, я думаю, что сразу же будут сделаны определенные заимствования, без которых нам не выжить. И год закончим мы нормально. И, скорее всего, будет нормальное сотрудничество с Международным валютным фондом. И те сегодняшние выплаты чуть-чуть нам притормозят, и новый кредит дадут. А тогда уже, как говорится, ввязавшись в драку, так сказать, уже не драку, а дружбу, тогда уже осмотреться и смотреть на местности и делать прогнозы, что будет дальше. И потихоньку мы уйдем от вот этого очень страшного, так сказать, рычага российского газа, и тогда без давления, без ничего, сядем и будем договариваться, я так думаю, о том, как мы будем жить дальше. Это не значит, что если мы идем в Европу, мы должны стать врагами России. Ни в коем случае. Как Виктор Федорович сказал, мы найдем решение и этого вопроса. И я ему верю. Кто не согласен? Спасибо. Да, кто не согласен, дверь дам. Может, попробуем? Я хочу все-таки попробовать. Ну, Геннадий Михайлович, я хочу, чтобы вы попробовали. Ну, дело в том, что... Кстати, сказали, удалось, не удалось, а потом уже мы как-то попробуем. Сан Саныч, вылезай, чтобы был и первый слой, и последний. Понял. Ну как? Я хочу сказать, что нежданно, негаданно, но получилось очень вкусно. Получилось вообще суперово. Великолепно. Вкусно. Угу. Не зря мучились. Не зря, Геннадий Михайлович. С рыбой. Спасибо. Нет, я хочу отдать должное вашей передаче, что действительно, хоть и потрачено достаточно много времени, но результат именно такой, который я ожидал. Спасибо вам за новый рецепт.
А это можно забирать и на аукцион, да, я так понимаю? Однозначно, но я думаю, сейчас мы и съемочная группа. Да. Не, обязательно все вот ребята, которые... И жители нам позавидуют, наши зрители, потому что шуба действительно очень-очень вкусная. Спасибо, Геннадий Михайлович, еще раз. Спасибо, приходите к нам в гости еще. Да.